Всем здорово! Сегодня будем смотреть вот такой вот китайский аккумулятор, заказанный на AliExpress рублей где-то за 70. А у этого аккумулятора емкость 5000 мАч, отображенная на нем самом, не соответствует заявленной, где-то соответствует 800 мАч. И есть такое подозрение, что внутри него, помимо накопительной части, еще и песок есть. Вот сейчас попробуем это посмотреть и вскроем его. Вот мы разобрали наш аккумулятор, и что мы видим внутри. Значит, внутри у нас под изоляцией был вот такой стаканчик жестяной, где все размещалось. Закупоривался он вот такой крышечкой с изоляцией тоже. Вот сама запасающая часть. Это сверток соединения лития. Характерный запах имеет. При вскрытии оттуда пошел газ. После вскрытия, конечно, он уже пришел в негодность, так как литий окисляется на кислороде и, скорее всего, полностью потеряет свою емкость. Ну, зато теперь мы знаем, что внутри вот этих китайских аккумуляторов 5000 мАч.